Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Prey, и что хочу вам сказать перед продолжением прохождения. Я думаю, что все-таки как бы я ни стремился, даже относительно быстро эту игру пройти не получится. На своем опыте могу сказать, по опыту записи уже 10 или с каких там серий, что эта игра не любит быстрый темп. Здесь категорически не нужно идти в лоб, и всеми возможными путями надо избегать лобовых столкновений, потому что это приводит вот к чему. Видите? У нас от 6 хилок осталось 0. Нам тупо нечем хилиться, и ресурсов у нас немного, как вы успели заметить. Мы прокачали, конечно, костюмы, молодцы, у нас 4 нейромода, но в общем и целом это ни на что существенно не влияет. Итак, набор для улучшения оружия. Давайте будем улучшаться. Давайте посмотрим, что можно сделать с этим. Так, здесь удобство использования. Что здесь надо? Требуется лаборант 1. Ага, здесь. Скорость передвижения не уверен. Дальность, эффективность, дальность. Так, скорость перезарядки. Ну, такое себе пока. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с дробовиком. Мы можем прокачать до 54 единиц. Мы это сделаем. И мы можем с вами прокачать боезапас на 1 единицу. Скорость перезарядки не... Хотя... Не знаю, давайте посмотрим, что с пистолетом можно сделать. Так, меню улучшить. Так... Емкость магазина не критична. Дальность. Значит, увеличивает. Это что? Давайте вот. Ну, 5%. Видите, если бы я еще понимал, насколько это важно, критично, я не понимаю. У нас мощность, она есть. 11 единиц мощности. Но это что? Емкость. Давайте, наверное, повысим все-таки емкость. Вот. И пока все, больше ничего делать не будем. Пока не будем. Сколько у нас там пистолетных? Где наш этот пистолет? 5 единиц. Ну это смешно, конечно. Это смешно. Вот, в общем... Каждая частица данных, которые передаются по станции, сохраняется здесь. Запасные серверы с данными хранятся в модулях, которые отстреливаются в случае катастрофы. Судя по тому, что они еще здесь, Алекс не хочет взглянуть в лицо фактам. И по динамике прохождения, по тем записанным сериям, у меня пока еще нету четкого понимания структуры серии. Я пример в общем и целом понимаю, но поэтому, друзья мои, будем идти так, как идем. Что это такое? Так, чертеж для изготовления, повышена меткость. Ну, давайте заберем что. Так. Электронная почта. Ivy Singh, Zakharia West. Прекрати. Акан, ты хороший парень, и кто его упрекнет за то, что он хочет выбраться из исправительного? За то, что ему нужен письменный стол, а не карточный? Он сидит там один-одинешенек, и заняться ему нечем. Мне его жалко. Будь с ним поласковее. Не люблю злых людей. Охота за сокровищами. Абигейл Фиал. Ага, привет вам, искатели приключений. У каждого из вас есть фрагмент карты. Некоторым из вас я вручила их лично. Другие обнаружат у себя на терминале после очередного сеанса новый файл. Это обрывки карты. Объединяйтесь и найдите подсказки, когда закончите, возвращайтесь ко мне за награды. Ваш незаметный организатор Абигейл. Так, здесь мы все забрали. Да, здесь мы все забрали. Что за записка? Впусти новичка 5503. Это что? Выход на лестницу. Что за выход на лестницу? Ай, пароль. Так. Мы этого деятеля облутали. Да, в общем, короче, идем тихо, незаметно, не шумим. Новый пароль, Ависанг. Идем практически как ниндзя. Вот тут вот есть низ. Ну, давайте для начала посмотрим. Что там впереди? Торопиться нельзя, друзья. Торопиться смерти подобно. Я пока здесь что-то
Это кто там? Вот видите, мимик. 11 метров. У нас эффективность стрельбы на 11 метров есть. Но, что я хочу еще посмотреть? Мне нужны задачи. Конечно. Тут у нас кто-то еще был. В этом месте. Отдел нейромодов, дендрарий, лаборатория психотроники, лаборатория психотроники. Здесь? Нет. Грузовой отсек. Все шесть тайников, ну понятно. Сагита. Угу. Хранилище данных. Вот он. Он наверху. Все, я забрал же, по-моему, да? Да. Кафетерий потом осмотрим. Ну покажи мне его. Так, стоп. Ой, нет. Ой, нет. Я его не одолею. Это однозначно. Это... Ткач или кто он там? Вынесет. Их там два. Ну-ка, давай. Зашибись. Вот елки-палки, а. Ну-ка, пройди, пожалуйста, Алекс. Турель? Ну вот каким образом мне его сканировать, а? Мне кто-нибудь скажет, нет? Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Технопад, замечательно. Так, а код выход на лестницу, он вон был справа. Ну, давайте полазим. Посмотрим, что здесь есть, что здесь нету. Понимаете? Это я вот сюда скину, потому что мне это мешает. Вот они уходят туда. Правильно, и в тот момент, когда этот технопад мне заходит, мне откуда-то прошмыгнуть. Да вы подкалываете, это очень короткий отрезок. Быстро. Уходим. А там был мимик. Какая прелесть. Угу.
Я его не снесу, это без вариантов. Мне нужен Кэл лучше мед. Тут все надо. Да что такое? Обо что ты упираешься? Объясни мне. Что тебе все время мешает что-то? Давай. Тут есть дырка? Да. Ну и что дальше? Я допустила метаанализ и доставлю в базе данных. Это тоже зараженное. Так. Поверху нельзя. Опасно. Быстро. Быстро. Я хотела бы собрать данные, если иди сюда. Иди, иди сюда. Все. Отлично. Тут ничего нету, поэтому. Есть еще ключом повоюем. Че они там быкуют? А че он не зарядился сам? Может быть, каким-то образом все-таки можно наверх залезть? Давайте посмотрим, потому что ну это ненормально. Вылези, пожалуйста. Так. Вот тут я что-то вижу. Новый научный директор хочет со всеми встретиться. Нельзя с ними воевать. Нельзя. Вот говно. Пожалуйста, не забывайте убирать психоскоп. Пошел ты. Так, технопад там гуляет. Следующая запись. Дай, так и ладно. А где он? Так, он сейчас возвращается. Тихо. Все, идет обратно. Пойдемте. Там зеленый чай. Турель сломана. Интересно, ее починка даст что-нибудь? Тихо, опасно. Это кто? Турель сломана. Даю, мне кажется, размотают на изи-пизи. Меня заметили? Быстро. Ага. Хорошо. Давайте сохранимся. Турель где? Не турель, а этот, вернее, хмырь.
Что это? Что-то... А, шкафчик. Я допустила метр. Вот этот научный оператор. Бесячий. Тихо. Видит? Надо... Интересно, если я турель починю? Турелька, давай. Сноси. Ну и чё? Турелька не стрельнула? Нет, не стрельнула. 55 внутри успею? По-моему, нет. Здесь есть ручное управление. Так, все. Залезли. Это что такое? Набор для улучшения оружия, замечательно. Так. Все, заперли. Ну, можно спокойно вздохнуть. Можно спокойно вздохнуть. Так. Это что? Записка. Аканды, директор шоу говорит, что вы вели себя хорошо. Взыскание снято. Рада за вас. Мы отправим вам терминал в ближайшее время. Сара. Пиво, Дак. Записка. Отметиться у директора шоу, расписаться в получении оружия, проверить дисплей, обойти территорию, проверить все помещения, поручить кому-нибудь помыть окна в кабинке службы безопасности. Так. Серия «Покоритель звезд», том 1, «Черная звезда». Отрывок с первого тома серии «Покоритель звезд», автор Фитчер МакМарвин. Императрица Турмалин смотрелась сквозь собственное мрачное отражение в чернильной пустоте. Ее угловатые черты обрамлял обзорный купол флагманского корабля-разрушитель. Придворный астроном кашлянул. Более того, ваше величество, аномалии «Черной звезды» становятся сильнее, поглощая звездные системы. Через несколько месяцев вся галактика исчезнет. После этого аномалия станет достаточно массивной, чтобы затянуть в свою трубу и другие галактики. Полагаю, вы хотите, чтобы я финансировала экспедицию за этой призмой «Повелитель звезд». Судя по вашей болтовне, эта штука, если она существует, может спасти нашу галактику. Ваше Величество, я знаю лишь одного человека в мире, способного на подобное сумасбродство. Но кто же он? Тревор Пульсар. А, ну мы с вами это читали уже. Так. Идем сюда. Где здесь электричества нету? Ага. Ладно. Так, я что-то как-то налегке зашел. Это надо починить. Инженер-оператор. Замечательно. Тихо. Новая команда. Спасибо. У нас и шкафчик есть. От пароля. Что это такое? Шкафчик, вернее, пап, этот как его. Пароль от его. Что там? Ага. Ну это мы видели. Переместили, да? Электронная почта. Стрёмный Б.
Привет, Айви. Бенин снова крутился и моего стола, искал крыс. Он такой странный, крысы в космосе, вел себя словно коп из большого города. Эй, чувак, на орбите преступности нет. Отправили бы его домой, что ли? Тебе не стоит с ним разговаривать. Не нравится мне, как он на тебя смотрит. Поверь, получила бы ты от меня чертеж до фабрикатора. Ты должна сыграть со мной в эту игру. Все от нее без ума. Чертеж фабрикатора? Не знаю, не видел. Так, давайте сейчас вот здесь в безопасном месте я... сохранюсь. И мы дальше с вами пойдем. Потому что очень опасно. А здесь... Data Vault. Интересно, что это? Есть у нас? Ошибка. Так, ну тут запись какая-то идет, видимо. А вот с этой стороны туда попасть можно? Ну-ка. Нет, входа отсюда нету. Ладно, будем решать этот вопрос тоже. Пойдемте. С этой стороны безопаснее, наверное, будет, да? Тихо. Где мимик? Кто это? Так, это типа обычный мимик. Ух ты. Так. Давай. Вся атака. Доступен новый тионный навык. Ничего. Так. Тихо. Тут нет никого. Тут никого нет. Всего их здесь сколько получается? Трое, да? Два маленьких, один большой. Ладно. Давайте, знаете, что сделаем? Где наш пистолет? С четырьмя патронами. Одного снесли. Правильно? Одного снесли. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это термофантом. Он опасный. Он, знаете, в чем опасный? В том, что он под нами может зажечь. И все. И будет плохо. Будет очень плохо. Так. Это что? Пси-энергия. Он сюда идет. Давайте посмотрим. Это что-то дает шанс использовать пси-способность, не потратив энергии. А у нас есть какие-то пси-способности? Нет, у нас никаких пси-способностей. Не хочу я шуметь. Так. Так. У нас еще с вами центральный архив, вон там внизу. Так.
Забираем. Утилизирующая граната. А что такое? Почему мы не можем ее забрать? Так. Где этот деятель? Так, ну ладно. Он меня видит. Так. Воу, все. Дать кранты, конечно. Конечно, это кранты. Это... С этим справимся. Это нереально просто. Как его убить, я не знаю. Ему этот дамаг просто не заходит. Ладно. Только если граната его. Только если, например, гранатой. Которая... лишает его на какое-то время его способностей. Тихо. Нас не видят? Не видят. У меня всего этого нету, да? Есть у меня. Импульс здесь. Ну, это все не то. Это все не то. Это утилизирующее, да. Все это не то. Да убери ты это. А как его интересно жахнуть? Тихо. Увидел. Смотрите, сколько их здесь, а. Да не, ну нереально вообще. Конечно, как я его убью? Никак. Это чушь все. Как его убить? Я не понимаю. И турель мне там ничем не поможет абсолютно. Он ее просто снесет нафиг и все. Это можно закрыть? Это я не могу закрыть. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Нейромоды. Сколько у нас их? 7. Энергия. Так, это что такое? Нет. Это что? А, это псиатака. Это психошок. Угу, 3 нейромода. Там же была псиатака, да? Давайте сделаем, посмотрим, как это. Ты не тот, кем они тебя считают. Очень мне интересно. Твоим словам, это как выйти из своего тела. Словно само время остановилось, ожидая твоего решения. Тебе удалось сдвинуть стул, не касаясь его. Я похолодел. Какие возможности? Тот день тебя
изменил. Перевел на новый уровень. Я понял уже тогда и верю в это сейчас. Наша задача – также возвысить все человечество. Угу. Прицеливание пси-способностью. Некоторые способности можно использовать моментально, нажав LT. Для других способностей нужно указать цель. Чтобы остановить время и перейти в режим прицеливания пси-способностью, нажмите LT. Прицеливайтесь с помощью R. Отпустите LT, чтобы использовать пси-способность в указанной точке, или нажмите X для отмены. Ага. Так. Психошок. Ну, допустим, термофантом. Так. Так, она откатывается, да? Она еще не откатилась? Где это говно? Быстро. Пошел. Ну это просто кошмар. Это телепат меня гасит. А где этот деятель? Снесли мы его? Так, по-моему, да. Так. Отлично. Не-н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 е. Фиг вам. Телепат залетел сюда, да? Телепат, значит, залетел. Свали отсюда. Нефиг тебе здесь делать, урод. Или технопад, кто ты там? Ну-ка. Иди, иди. Говнюк. Он улетел? Да, он улетел. Ну, слушайте, у нас получилось. Мы выжили. Так. Давайте на всякий случай сохранимся. Почему я не могу эту дверь заблокировать? Кто мне скажет? Я хочу эту дверь заблокировать. Почему я этого не могу сделать? Так, ладно. Давайте смотреть. Что здесь в мимиках, а что не в мимиках. Это было очень душно. Это было очень душно, но мы вроде как справились. Сдохни. Вставать нельзя. Вставать нельзя, опасно. Так, у нас с вами еще и костюмчик поврежден, да? Ну, мы его сейчас почистим и... Вот так вот пси-энергию восстановили. Мне пси-атака понравилась.
Она сильно помогла его задамажить. Слушайте, а эти большие фантомы, они хороший лут дают. Вот серьезно. Так, здесь есть что-нибудь? Что это? Сей хранилище данных. Так. А что у нас было у технопата? Какие у него были слабые стороны, друзья? Я вот не помню. Так. Давайте сейчас разберемся сперва вот с этим вот. Использование браслета маячка. Внимание, отправка сигнала уничтожения на браслет маячок нарушает правила Транстар. Не выключайте браслет маячок по какой-либо причине без соответствующего разрешения. Браслеты маячки помогают найти сотрудников Транстар в случае чрезвычайного происшествия. Модификация браслета возможна только с письменного разрешения и должна быть выполнена сотрудником, имеющим директорский уровень доступа. Введите ID браслета. Так, а у меня его нету. Отрывок из книги Картера Беллингсли об эмуляторах и синтетическом разуме. Верховному суду предстоит вынести вердикт по ключевому вопросу, может ли эмулированная личность действовать по доверенности. В последнее время искусственные помощники получили широкое распространение, от программ ассистента в наручных часах до умных домашних систем, которые напоминают вам, куда вы положили свои ключи. Но благодаря недавним успехам в области создания гипнотической техники, а также прорывам в коннектомике, способность создавать карты нейронов головного мозга, наши цифровые двойники проникли в юриспруденцию. Недавно миллиардер Рорк Уоллес выдал доверенность не одному из своих родственников, а Роберту, своей копии по имени Ренсом. Ренсом эмулирует ход рассуждений мистера Уоллеса, его интересы, даже некоторые особенности его поведения в такой степени, что отличить от мистера Уоллеса невозможно, по крайней мере по телефону. При личной встрече принять Ренсома за человека невозможно. Ренсом красив, но его тело, очевидно, сделано из керамики и углерода. Стоит ли говорить о том, что семья мистера Уоллеса совсем не обрадована подобным решением, особенно тем, что Ренсом распоряжается завещанием мистера Уоллеса? Так, давайте задание смотреть. У нас есть банан. Скушать. Вот так. Что еще мы можем скушать? Давайте посмотрим. Ну, сейчас мы кое-что там переработаем. Итак, забыл задачу посмотреть. Найти центральный архив. Нет. Так. Активировать браслет-маячок. А где ID браслета? Фиг его знает. А он у меня есть, этот ID браслета? У меня его нету. Файлы. Что это? Чертеж гранаты. Да. Работаем в полевых условиях. Карта сокровищ. LB. Мелиндри Шэдоу Вонкер. Угу. Изучить карту Мелинды. А что мы там должны на ней найти? Два файла забрали. Электронная почта. Мисс Шоу, напоминаю вам, что у нас есть секретная информация о добровольцах, и мне бы хотелось, чтобы вы обеспечили ее сохранность. Кроме этого, я прилагаю схемы изготовления некоторых зарядов. Эти схемы следует отправить на склад. Спасибо, Алекс. Так. Что, здесь какое-то большое письмо. Доктор Ю, я поговорила с Лоренцо Кальвино, но ответа не получила, поэтому обращаюсь к вам. Есть свидетельство, что на борту Талоса-1 находится нелицензированный оператор. Если это правда, здесь может повториться то, что случилось с Транстар Норд. Я хочу обеспечить безопасность станции, удостовериться, что протоколы безопасности соблюдаются. Директор Шоу, я сомневаюсь, что несчастный случай как-то связан с тем, что вы описываете. Если Лоренцо говорит, что в расследовании нет необходимости, я склонен ему верить. Доктор Ю, оператор неукоснительно выполняет инструкции владельца. Если кто-то... Черт. Например, Морган создал нелицензированную модель, то у него есть доступ к протоколам станции. Если понадобится, я подниму этот вопрос на заседании правления. Нельзя допустить, чтобы Морган или кто-то еще своими действиями причинил вред станции. Это касаемо оператора, все понятно. Привет вам, искатели приключений. У каждого из вас фрагмент карты. Но это мы посмотрели уже. Знаете, что мне непонятно? А его браслет здесь должен быть?
товарища этого. Давайте смотреть, что мы еще можем туда запихнуть. Мы вот этот дротик туда перекинем. Конечно, зачем он нам нужен? Этот дрочкомет и дротикомет. У нас, в принципе, в инвентаре места сейчас достаточно. Как мне думается. Отлично. Пойдемте к фабрикатору. Он же фабрикатор называется. Аптечку я не могу сделать. Ладно. Давайте. Сколько там, тридцаточка прилетит? Что еще? Патроны я не могу создать. Замечательно. Набор для ремонта костюма. А сколько у меня их? У меня их два, в принципе. Не это мне надо. Нет, не это. Теперь игра. А, все. Перезаряди, пожалуйста. Чертеж утилизирующие гранаты. Ну, это замечательно. Только мне кто-нибудь ответить на вопрос, где взять, чертеж этого, вернее, браслет этого кренделя. Я чуть не пойму, если честно. Это что такое? Пропуск службы безопасности. И куда его девать? И что с ним делать? Так. Пропуск службы безопасности. Прекрасно. Чего мне с ним делать, с этим пропуском? Так, технопад у нас к пси-атаке. Электричество. Так. То есть получается, что если... если мы туда кинем электрическую вот эту атаку, гранату, то он разродится, да? Введите ID браслета. Где его взять, этот браслет-то? Вы этого товарища видели вообще? Турель я чинить не буду. Ее толку особого нету. Так, давайте мы с вами сейчас продвинемся туда дальше. Попробуем вниз спуститься. Активировать браслет. Так это интересно. Задачи. Браслет Гранта Локвуда. А где он? Активировать браслет хранилища данных. Где сам этот Грант Локвуд? Надо найти и снять с него этот браслет. Не-не-не, я пошутил, игра не сейчас. Угу. Закрой, пожалуйста, дверь, игра. Вот так, мне сохраниться надо. Грант. Где этот браслет взять? По большому счету, нам нужно просто спрыгнуть вниз и все. Так же получается. Кто там? Это кто? Турель сломана. Так быстро. И как туда попасть? А, он у меня есть. Ушел этот говнюк. Давай. Запри, пожалуйста, вот так, спасибо. Так. Что это? Сгоревший жесткий диск мы возьмем. Моток провода заберем. Чертеж патронов заберем. Ты меня увидеть хочешь? Да, не увидишь. Ух ты! Так. Слушайте, я хочу сказать, что терминалы службы безопасности божественные. Вот прям серьезно. Экипаж. К
Кабинет службы безопасности. Хорошо. Так. Я хочу найти его маячок. Как вы думаете, если этот дробаш переработать, что здесь будет? Давайте возьмем и пистолет заберем. Так, одна функция. Вот. Надо терминалы службы безопасности обыскивать. Они прям хороши. Хранилище данных. Тут вон два деятеля. Уровень первый. Ага, уровень B1. Центральный архив данных. Хорошо. Назад. Экипаж. Как называется у нас это? Хранилище данных. Грантун, да? Ну-ка. Все? И больше здесь никого нету? Задачи. Гранта Локвуда. Хранилище данных. А где же его тут? Хранилище данных. Я его не вижу здесь. Так, ладно. Телепат идет. Все, свинтил он. Да не это надо. Так. О, отлично. Отперли двери. Сейчас войдем и в центральный архив войдем. Смотрите, смотрите, смотрите. Говнюки как активизировались. А если вот так? Все, больше он меня не видит? Куда, куда? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, мы центральный архив открыли с вами. Меня другой вопрос интересует. Терминалы службы... А, ну это понятно, это мне все не надо. Так. Карта тоже по стоку, по скоку пока. Где этого Локвуда взять? Недовольный сотрудник. Так, Джулиена Говард. Давайте посмотрим дендрарий. Джулиена Говард. А, ну мы нашли ее. Что такое? Что ты нервничаешь так? Сейчас получишь, люляш, не переживай. Ой, получишь. Кто там еще? Это телепат там? Решил, что он хороший, серьезный парень. Все, угомонились они. А телепат где? Хм. Где телепат? Он ушел, что ли? Ну-ка. Быстро. Так. Вон оно что. Пониженная гравитация. Какая прелесть. Гнездо цистоидов. Нам нужно найти с вами диск. Нам нужно найти с вами диск. Угу. Как вы думаете? Давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот так сделаем.
Вот. Вот так. Это нормально, да, будет? Нормально. А что здесь есть? Что здесь есть? Стоп. А где оно? Не, понятно, что... То, вот то, что есть рядом. А другие где? Этих мы размотали. Хм, интересно. Уязвимости у них никаких нет, да? Так они еще, сволочи, и летают. Это баллон? Отлично. Теперь давайте посмотрим. Будет еще значок радиации? Так. Диск нам нужен. Хм. А где же этот диск найти-то? Други мои сердешные. Сгоревший жесткий диск. Ладно. Я правильно понимаю, что там вон баллончик есть? Хорошо. Где? Вот оно, оно. Ух ты, да их смотрите сколько тут этого жесткого диска. Кач. Сканирование завершено. Уязвимость 0 волна, психошок, иммунитет Эмми. Доступен новый псионный навык. Еще понять бы, внизу где-то, что ли? Просто понимать бы еще, где это искать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, я, по-моему, куда-то не туда залетел, да? На скорости, да. Так. Говно это уже активировали, ладно. Пойдемте вот отсюда. Стоп, 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 можно вон туда? Да. Плохо взорвал. Неудачно. Неудачно, надо сказать. Дети говнюки, ладно. Сюда их выманю я. Так, баллонка. Иди-ка сюда, баллон. Какая прелесть. Море волнуется раз, море волнуется два. Еще есть здесь баллоны? Я бы еще поискал бы с удовольствием. Да, муж под куполом практически. Ткач говнюк. Надо этот баллон взять, туда куда-нибудь кинуть. Давай, 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 давай.
вот сюда, вот если можно. Хорошо. Хорошо. Доволен. Тоже гнездо, да? Как вы думаете, друзья? Так, где-то что-то, я так понимаю... Ох ты. Где-то что-то вот здесь сильно внизу. Где? Давай. Ау, скотина! Попал. Мы уходим. Вроде как, да. Идут? Идут. Сволочи. Где? Так, давайте, давайте свалим еще разок. Целостность костюма нарушена. Да. О, сволочи. Заби... Это резервный диск? Вот такой. Я... Мне отсюда свалить надо. Да не-не, я не выживу, конечно. Это не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жестко. Это очень жестко было. Так, ладно. Хорошо. Где тут еще? Поблизости есть что? Это не он часом. А здесь получится так вот все это облететь. Наверное ж можно. Но тут радиация. Тут радиация. Кач, скотина. Нуль волна, психошок. У меня есть нуль волна. Утилизирующая. М-заряд. Не, ничего нету. Доступен новый псионный навык. Тихо, тихо, не-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 не. Давайте попробуем так. А так и не получится, потому что тут гнездо. А он меня видит, ткач. А почему я застопорился? А что такое? Да не, ну это... Давайте убейте. Конечно. Интересно. Ладно. Хорошо. Где этот грёбаный жесткий диск? Где-то внизу. Сканирование завершено. Так.
Ноль волна, психошок. Доступен новый. Что это такое? И что? Его типа убить нельзя? Я, знаете, что думаю? Я думаю, сейчас мы возьмем вот этот баллон. Вот. И кинем его в этого ткача мерзкого. Где он? Это он? А, вон он. Он живой? Вот это офигеть. Вот это офигеть. Ладно. Я думал, он там один, а он там не один. Айси. Никак? Нет. Иди сюда. Быстро поднимаемся. Так, сохраняемся на всякий пожарный, чтобы все это не переигрывать. Все за мной бежит. Ты посмотри, а? Но нет. А куда это вставлять-то? Я не понимаю. Давай. Чертеж с терминала шоу. Тогда мы сможем создать ключ-активатор. Угу. Нормальная гравитация. Прекрасно, вообще. Вот это офигеть. Внимание, угроза жизни. Уходим отсюда нафиг. Так. Вот это да. Вот это было прям сильно неожиданно. У нас получится куда? Нет, у нас вообще ничего нету. На покушать. Технопарк. Так. Хорошо. Как же нас. Ой-о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 й
Я, конечно, большой молодец, но... Как туда теперь наверх-то залезть?
Там лестница, да, была, по-моему. Угу. Нет, он пойдет спиной, тогда мы пойдем. Так. Если на вот этот шкафчик залезть, что будет, как вы думаете? Давайте я посмотрю карту. Ой. Быстро. Ой-о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 й. Мы соскочили? Вроде как да. А я не понял, а лестница где? У нас же было хранилище на лестницу. Выход на лестницу, вернее. Ну. Я что-то не понял. Вот, вход в терминал, и что? Что за бред? Вы боитесь возможных результатов тестирования? Я ничего не боюсь, я хочу тебя грохнуть просто, вот и все. Покажи мне карту. Ну правильно, она там справа. Я все правильно делал. Что за бред? Прекращение сбора и анализа данных. Пойдем. Если бы еще доктор Ю шевелил... А, вон она, лестница. Только почему-то она закрыта. Не совсем только понятно, почему. То есть нам предлагают, что, на шкафчики залазить? Ну, на шкафчик я не залезу. Ну-ка. Можно это быстрее делать? Где это говно? Я снес его? Да, я его снес. Хорошо, у тебя что есть? Ничего у тебя нету. Пойдемте наверх. Это кошмар какой-то вообще. Так, это надо покушать. Да? Ну мы там что-то восстановили, конечно же, себе. Это был очень жесткий уровень, и только не говорите мне, что там опять кто-то есть. Ужас. Мы по сути на отсутствии аптечек, на подсобном корму проходим вот этот жесткий уровень.
И это опять не закрывается, да? Где мимик? Вот это мимик. Скотина. Чтоб из-за него не хватало влететь. Надо этот будет ключом пользоваться. А то столько нету у меня. Ключ активации Морган Ю. Хорошо. Новая задача. Добавить ключ-активатор. А, добычка. Ага, дендрарий. Морган, это директор Шоу. Я не умерла. Пока. Я знаю, что вы подделали мой голос. И что теперь вы застряли здесь. Ну и семейка у вас. Я вам помогу. Но вы должны кое-что для меня сделать. Человек, выдававший себя за Кока, убил Эбби. Абигейл Фой. Заведовала санитарной техникой. Вы ее не знали. Но она, он еще здесь. Он не мог уйти. Хотите сделать доброе дело? Всего одно. Найдите его. И убейте. Загляните в мой терминал. Я покажу программу, которая откроет модуль хранения данных. Это резервное хранилище информации, которое можно запустить в космос. И ваш путь наружу. Как только войдете, ищите ручное управление. Морган, если вы проберетесь внутрь, почините станцию. Не ради науки, не ради будущего. Ради персонала. Хорошо. Так. Сейчас мы все это переместим. И это переместим. Все, больше ничего нам не надо. Пистолет переместим. Так. Вот так. Хорошо. Вроде все. Да. Утилизируем. Теперь поднимем. Может, у нас получится себе хоть одну аптечку сейчас сделать? Нет, аптечку по-прежнему нельзя сделать. А что на нее надо? Офигеть. Ну-ка, что не хватает? А это что? Не знаю, что это. Ну, 9-миллиметровые мы сделаем. Восемь, да? Ой, набор для ремонта костюма. Да с костюмом у нас все нормально. Ну что, дорогие друзья, на этом серию закончим. Мы по-прежнему идем на соплях. Хила нету, все печально. Так будем проходить дальше. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.